любой результат, который вы достигаете здесь и сейчас, он имеет срок годности. То есть вот вы сейчас что-то сделали, это круто, это прозвучало, там, или, я не знаю, просто вы заработали на этом деньги там, и так далее. Это короткий временной промежуток. После этого ситуация будет такая, что вам очень сложно будет удержать нынешнее положение, а вам будет внутренне хотеться еще больших результатов. Потому что в противном случае зачем напрягаться, если не будет больше, чем уже было. Вот. И вот эта способность видеть то, как со временем результаты вашего труда будут рассеиваться, да, тогда у вас будет внутренняя мотивация для того, чтобы или в том деле, которым вы заняты, находить новые ходы, да, и изменять в лучшую сторону, усовершенствовать то, что вы делаете, или придумывать параллельные вещи, которые будут развиваться, когда то дело, которое сейчас идет хорошо, по каким-то причинам завершится.